Да. Да. Что здесь происходит? Thank you.
Следуйте за мной. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Чем я могу помочь? Что здесь происходит? Следуйте за мной! Да. Да? Yes?
Я пойду вперед, а ты иди за мной. Yes. Get in line. Follow me. Следуйте за мной. Да? Да. 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 Следуйте за мной!
Да. I would say yes. Я пойду вперед, а ты иди за мной. I would say yes. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Yes? Да.
Ты готов к смерти? Defend me if you will. To the fight, my friends! Attack! Hey!
Да. Да? I would say yes. Yeah.
это можно. By all the hells! В атаку! To the fight, my friends! Attack! Чем я могу помочь?
Fight, my friends! Attack!
Беги, пока можешь.
пойду вперед, а ты иди за мной. Yes. Предложила ли что-то ценное башня владык? Мы теперь знаем многое, что позволит нам победить теней пожирателей. В самом деле, и что бы это могло быть? О, она знает их имена. Так что понятно, как к ним обращаться, когда мы будем просить их о ненападении. Их истинные имена? Открой их! Они доверены мне. И знай, я буду хранить их при себе. Копий нет. Моя запись единственная. Если ты так считаешь, то имей в виду, что вверяешь наши жизни слепой женщине. Возможно, ты путаешь веру со слепотой. Но я верю в Калакча, и Калакча верит в меня. Эта слепая женщина единственная... Ты ошибаешься. Я думаю, ты увидишь, что секреты этого свитка будут доступны мне точно так же, как и тебе. И любой из нас сможет использовать их в качестве оружия, что, несомненно, пойдет на пользу нам обоим. Тогда нам всем следует приготовиться к битве. Я дам тебе свиток с именами, и тогда каждый из нас будет вооружен. Кстати, мне кажется, что твой лейтенант Канна располагает полезной информацией о последних передвижениях пожирателей. Пожалуй, тебе стоит поговорить с нею, после чего мы сможем разработать план действий. Да, не сомневаюсь. Да, полагаю, что хроники мало что говорят об этом. Разве что о моих многих оплошностях. Именно на это я и рассчитывал. Когда-то Джеро были одним из аристократических семейств Неверви. Меня никто не учил. И все же я с легкостью мог использовать сложнейшие заклинания. Надо сказать, что мне мало пригодилось обучение как в академиях, так и в других местах. Да, ты скоро поймешь, что не стоит учиться только у одного учителя, иначе ты ограничишь свои знания, еще не приступив к обучению. Обрести? Я довольно быстро выучился этому, а также сдержанности. Я использовал свою силу так редко, что мало кто видел это. Когда ты демонстрируешь такую силу, она становится твоей... Окружающие постоянно будут приходить к тебе со своими бедами, ведь твоя сила будет казаться им достаточным оправданием для собственной слабости. Я не хочу... Как бы то ни было, тех талантов, которые я продемонстрировал, оказалось достаточно для того, чтобы стать магом-шутом при дворе Невервинтера. Это была хорошая должность. Она позволила мне узнать о многих секретах Невервинтера, а также получить доступ. Кроме того, я думал, что эта должность поможет мне обратить внимание других на то, что угрожает Невервинтеру. О да, у меня было несколько учителей,
Многие из них умерли при трагических обстоятельствах. Я учился не только в Невервинтере и Уотердипе, но и в других мирах. Я учился у своих союзников-демонов и даже у магов из Темного Братства в Лускане. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Идите по моим следам. Yes. Да? Да. Get in line. Follow me. Я пойду вперед, а ты иди за мной. I would say yes.
Добро пожаловать, рыцарь-капитан. Ты нашел? Отлично. Нам удалось обнаружить одну из этих теней. Она возглавляет большой отряд, который находится недалеко от крепости на перекрестке. Мы знаем только приблизительное местонахождение отряда. Так что, возможно, нам поможет Гавин. Он уже дал несколько советов разведчикам. Удачной охоты. Да? Тебе что-то нужно? Я не сообщал им о своем решении уйти, так что не...
помнишь меня? Я был в замке Невер. Я отведал крови тех, кого ты поклялся защищать. Тебе следовало запомнить, что меня нельзя уничтожить. Сдавайся, и твоя жизнь оборвется быстро. Думаешь, это имеет какое-то значение? Ритуал выжег дотла все мои связи. Знай, мне известно это имя. Но мне нужно время, чтобы назвать его. Ты должен защищать меня, пока имя не будет произнесено, иначе битва будет проиграна. Я закончу с этим за пару мгновений. Дануэн Зурей Палакал Ванус. Вилкена Драмат Ван Блир. Дануэн Зурей Палакал Ванус. Вилкена Драмат Ван Блир. Дануэн Зурей Палакал Ванус. Это еще один осколок. Возможно, последний из тех, что нам нужны. Может, да. Может, нет. Это не ясно, но... Знай, если мы выясним, как заново выковать клинок, то у нас будет единственное оружие, которое может причинить вред королю теней. Чем я могу помочь? Да. Да.
Следуйте за мной! Get in line. Follow me.